Привет, привет, мои дорогие ребята. Рассказала, показала, что я сегодня купила. У меня уже слюнки текут. Ну, представляете, лед. Лед. Килька винной заливки опять. Но она, вот, я не знаю, еще не пробовала. И Васи винной заливки. Она, ой. На вкус как, не знаю. Но она крупная. Картошки ждать некуда. Я сегодня шикую на 200 рублей. Я купила на 170 рублей. И думаю, буду есть. Это так вкусно. Вы знаете сами. Она прям вот чувствуется в красном вине. Прям крупная-крупная. Вкусно, обалденно. Она целое ведро было, видать, тут, ну, на самом деле, только привезли. На пожрать у меня еще есть борщ. Думаю, ну что? Готовить-то, да? Так что иногда из 200 рублей можно сделать выгоду, вывести. Если там, допустим, кто-то будет придираться, что у меня, я тогда сама у себя фарш купила. У меня есть макароны, у меня есть. Хотя не на этом канале надо было рассказывать. Рис. У меня есть еще лук, морковь. У меня есть макароны готовые с тушенкой. Так что... Ой, а салака вот прям мороженое. Ну, не знаю, давайте попробуем салаку. Так что у меня есть что пожрать, поэтому я шикую. А, я вчера фрукты купила, потому что у меня есть что пожрать. Ой, не салака, а Иваси, вру. Ну, Иваси не такая. Надо было взять одну штучку. Нет. У нее совсем другой вкус. И она тут еще с пряностями. А я не люблю пряную рыбу. Нет. Килька в 100 раз вкуснее. Но придется доесть. Пусть маленько разморозится, прям лед один. Ну, придется есть. Ну, с другой стороны, с картошечкой. Знаете, что-то, наверное, пюрешечки захотелось. Тоже с... Вот как раз к пюрешечке она подойдет. Не с хлебушком, а с пюрешечкой. Поэтому я укладываюсь. Ой, оно килька бесподобная. Офигенная. Вкусненькая. Про Чиполлино. Он у меня готов, он у меня уже тут разрезанный, открытый. На улице так холодно. Прямо у нас в России в этом году... Зима завернула, не на шутку. Ну, передают в пятницу потепление.
Кто-то мне названивает на другой телефон, а я всех приучаю к этому номеру. Ну, а там мог будет звонить, куда-нибудь меня приглашать, к другому. Даже без разговоров, просто пожрем. Вообще, я думаю, следующий суп сварить солянку. Но бюджетную, понятно. И просто, я не знаю, как и получится, или луковый суп. Как его обозвать? Потому что, ну, как бы, да, солянка там и с почками, ну, сколько видов мяса туда кладется. У меня будет бюджетный вариант. Но не сегодня, потому что у меня на сегодня есть что поесть. Нет, и Васи, конечно, подвела. Ну, зато шиканула. У меня еще есть. И Васи, даже если оставить, допустим, ну, под шубой, ну, она не такая будет. Ну, это да, на любителя. Если бы я знала, что у нас пряные, я бы не взяла. Винные заливки, но... Кто-то же любит и кильку пряную. Ну, вкусненько. И у меня еще осталось. Я могу вечерочком. Одна без всех. Ну, дети у меня никак не хотят кильки. Ну все, я доедаю. Ой, прям вкусненько. От души. Мой шик-блеск день. Сегодня шикую. Всех обняла. Пока-пока. Ваша Наташа. Чмоки-чмоки, там мне заказывали. Забыла. Чмоки-чмоки. От идеальных был заказ. Пока-пока.